один из руководителей летной службы компании ЮТЭР, пилот, а лучше две строки. Поэт, пилот, угодник дамский Андрей Иванович Сетнянцев. Доброго имени, дорогие друзья. Все привыкли, что я свое выступление начинаю со стихотворения о себе. На этот раз вы не угадали. Сегодня собираюсь начать со стихотворения про Володю Гаврикова из Москвы. Людская каста очень многолика. Вот Николаич, как я погляжу, напившись, никогда не вяжет лыка, а я и трезвым лыка не вяжу. Быть может, что тревожусь я напрасно, но этот факт, по-видимому, знаковый. Все люди на планете очень разные, лишь я один какой-то одинаковый. Несколько стихотворений о текущем времени. Ноябрь. Наступил ноябрь, фуль толку. Плюс всего один, день ото дня, что ты не выбрасываешь елку, будут реже спрашивать меня. Декабрь. Судачат граждане в трамвае, всех жутко злит зимы начало. Мы ждали, что похолодает, а нет, опять подорожало. 12 декабря будет день Конституции, 20 лет, с помпой будем отмечать. Не мог обойти тему стороной. Нам клялся президент на Конституции, кричал из телевизоров сурово: «Я положу конец любой коррупции», но выполнил всего три первых слова. Когда подняли цену за аренду, все дорожает, от обиды душат слезы, пожаловаться можно президенту, хотя надежнее Дедушке Морозу. Следующий блок стихов про студентов, школу и так далее. Из сочинений десятиклассников. Любил сидеть Кутузов дома, был крайне тучен, невысок, но попадая на приемы, он строил женщинам глазок. Еще одна на эту тему. Бородина. Не так талантливо, конечно, как класс. Ну ладно. Отряд из леса выбежал на поле. Кутузов думал: вот и угадай, кто наступает там? Барклай де Толли? А Толли это вовсе не Барклай? Не ожидал от Дарвина обмана. Неправда это, людям режет слух. Мол, мы произошли от обезьяны. Какая чушь! Как минимум до двух. Наша Таня громко плачет. Таню бросил местный мачо. Тише, Танечка, не плачь. В нашем доме много мачо. Гулливер в стране лилипутов. Был Гулливер крупнее их по масштабам. К тому же в скорость зрения ослаб. Когда темнело, он ходил по бабам, но это вряд ли радовало баб. Стихотворение, которое, наверное, удобнее было бы читать, а не слушать. Ну ладно, попробуем. Всего двух звезд здесь не хватает, астролог объясняет детям. Тогда медведица большая могла бы стать большим медведем. Студенческое. Жестоко бить детей скакалкой, особо младших из детсада. Мне самому их очень жалко, но что-то с ними делать надо. Суровыми мужчины раньше были, на площади сжигали ведьм дотла. Не потому, что женщин не любили, им не хватало женского тепла. Стихи про любовь. Детишки были огорошены, читая в нашей желтой прессе рассказ «Принцесса на горошине». Потом горошин на принцессе. Вода наша все, а чего вы хотели? Кто книги читает, тот знает, конечно. Верблюд без воды может выжить неделю. Вода без верблюда практически вечна. Хулиганские стишки для детей старше 35 лет. Она звонила: «Жду тебя к обеду». А он признался ей как на духу: «Прости, но я сегодня не смогу». «Да нет же, на обед как раз приеду». Послала объявление в печать, которое кончалось романтически: «Шитье и секс прошу не предлагать». Шитье не предлагать категорически. На крышу зря мужчина вышел, печальным был его конец. Жилец, увы, сорвался с крыши, теперь он больше не жилец. Все на борьбу с перхотью. А Невея, вчера убедился я сам, помогает здоровье вернуть. И такой добавляет объем волосам, что ширинку нельзя застегнуть.
пользе курения. Скажи, здоровой жизни нет. А то вчера плохие люди, узнав, что я без сигарет, мне тут же настучали в бубен. Усевшись жопой на ежа, себя жалеешь одного. Тебе не сладко, это да. Ну а ежу-то каково? 12 стульев – наследие Ильфа и Петрова. 12 стульев – есть набор в аптеках. Немного странное название для набора. И лишь его купив, я тут же въехал. Там дюжина таблеток от запора. Старый богатый любовник. Он снял семейные трусы, возможно, чтобы убедиться, что он годится ей в отцы. И это все, на что годится. Мы с Родиной любим друг друга эпически. От этой любви как бы мне не зачахнуть. Я больше как-то ее платонически. Она же меня все пытается трахнуть. Новатор. Боль ключицы не проходит. Вывих шеи, ноют пятки. Вот, друзья, к чему приводят камасутры и опечатки. Про алкоголь. Я всегда пишу про алкоголь. Я говорю, жутко нравится мне высказывание Сократа. Алкоголь не порождает пороков, он обнаруживает их в человеке. Защита в организме. Нуклиды выведет вино, и мы кернуть решили малость. Но, блин, урюхалец – говно. Ночь у нуклидов не задалась. Звонок пионервожатого родителя. С похода возвратился класс домой. Ваш сын, великовозрастный детина, единственный, кто водку взял с собой. Родители, спасибо вам за сына. О работе несколько стишков. Всех денег все равно не заработать. Не потому, что мне трудиться лень, а потому, что эти идиоты печатают их каждый божий день. Купил я книгу под названием «Кроха». Мне почему-то думалось, ребята, что разберусь, читая понемногу, как начисляют летчикам зарплату. Месяц отдавался я работе, словно проститутка за рубли. Полегчало в день зарплаты вроде. Нет же, это было по любви. Всякие разности. Маша повстречала Федю утром в женском туалете. Он у нас гермафродит. Он где хочет, там и сыт. Для девушек... Вроде юмористическое, но на самом деле очень серьезное стихотворение, глубокое, философское. Член для дамы важен в целом, но с одной из двух сторон должен быть к нему приделан парень, что в нее влюблен. Прочистый планктон. Надеюсь, люди, вы меня поймете. Вчера уволен мною Константин. Он так же, как и вы, спал на работе, но одевал пижаму он один. Спросил врача-провинциал, я буду жить? Ждет ответ. Врач деньги вновь пересчитал и произнес. Возможно, нет. Апрель у нас прикольный месяц. По улицам гуляют гордо, а иногда и вовсе вместе девчонка в шубе с парнем в шортах. Мне тут не повезло немножко. Я провожал до дома Васю, мы с ним присели на дорожку, а по дорожке шел КамАЗик. Про армию. Овсянкой нас на самом деле кормили чаще, чем перловкой. Овса мы столько за год съели, аж лошадям смотреть неловко. Недавно наш начальник штаба в приказе вспомнил обо мне, хотя и вел себя как баба. Одни наряды на уме. Полковник говорил о танке, а я мечтал и думал снова, как хорошо быть на гражданке. Гражданке Маши Ивановой. Про ГИДБД. Гаишник, прыгнув из засады, бежит ко мне. Ну, значит, точно. Ему не просто денег надо. Они нужны сержанту срочно. Нелепо, глупо, наконец. Средь бела дня при всех в толпе убит инспектор ДПС листом упавшим ДСП. Советы. Я говорил, что родился в стране советов, поэтому безумно люблю давать их всем, кому попало. Совет мужчинам.
Ты, возможно, парень меткий, но приняв сортир вначале, съешь виагры полтаблетки, чтобы не писать на сандалии. Когда бессонница тревожит, пургена выпить надо, братцы. Заснуть он точно не поможет, зато вам будет чем заняться. Навигатор не нужен в столице. Можно взять милицейский свисток и таджиков пугать. Те молиться будут строго лицом на восток. Культурный именинник между нами, едва открыв конверт, всегда прочтет открытку с идиотскими стишками, не замечая вложенных банкнот. Совет супруги. Я на девичник. Милый, знаю точно, что пить мы водку будем до зари. Когда я позвоню сегодня ночью, не нарывайся, трубку не бери. Из коротеньких, может, что-то выйдет. Почти что весь майор Воронин в могиле этой похоронен. «Эй, выше нос!» — кричит Мальвина, целуя в губы Буратино. Кощей был злобным, маленького роста. Когда игла в яйце, то добрым быть непросто. Может, кто-то читал Библию, но кто не читал, краткий дайджест о сотворении мира в бытие. Создав поля, леса, зверей, на день шестой Господь устал, но все же вылепил людей, взглянул на них и так сказал. Зело красив Адам, признаюсь, а Ева блеклая весьма. Да ладно, я не сомневаюсь, она накрасится сама. Потом на облако усевшись, почувствовав на сердце боль, повторно к Еве приглядевшись, Господь придумал алкоголь. За ними так забавно наблюдать, ведь за мужским успехом, если проще, всегда стоит гордящаяся мать, а рядом с ней растерянная теща. Недавно журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых госслужащих Российской Федерации. Если честно, я подозревал, что у нас все плохо, но я не думал, что настолько. Как оказалось, Игорь Сечин имеет заработную плату 50 миллионов долларов в год, что на минуточку где-то больше 4 миллионов долларов в месяц. Если выдавать зарплату по 15 тысяч рублей, то это где-то эквивалентно 15 миллионам сотрудников. Это, в общем-то, бюджет, наверное, нескольких областей. Поэтому Игорюхе я посвятил такие стишки. Народ наш голоден и босс. Нет денег на еду и брюки. И у меня один вопрос. Когда же вы нажретесь, суки? Ну и закончить хотелось пожеланием к Новому году. Мы уже не увидимся до Нового года, поэтому взаимной вам любви к отчизне, зарплаты в долларах приличной и счастья всем в семейной жизни. А тем, кто смел, еще и в личной.